you very much. By the way, this is the only one in our collection. Kaikki maahan! On siellä heti! Kaikki maahan! Nopeasti! Kassa auki! Heti! Kassa auki! Nopeasti! Nopeasti! Kassa auki! Vauhtia, vauhtia! Kassa auki! Kassa auki! Nopeasti! Kassa auki! Kassa auki! Maahan! Alas siitä! Alas siitä! Pysy siinä! Ei jättä kyt häiltään! Мой сумку, бандит, там мой паспорт. А ты что, русская, что ли? Дай мою сумку. Да отдай же, тебе говорю. Да отстань ты. Вообще, выпусти меня отсюда. Выпусти меня отсюда, слышишь? Слушай, заткнись. У меня обзор на экскурсии по городу. А ну давай катись отсюда. Да сам катись. Тоже мне, Бэтмен. Подземный гараж. Тихо. Слышь, кажется, пронесло. Да, кажется. Слушай, так здорово, как в кино про гангстеров. Да уж точно. А сейчас куда ты меня везешь? На обзорную экскурсию. Ой, куда ты едешь? Я здесь ничего не знаю. Здесь даже людей нет. Куда ты едешь? А я что, не человек? Вези меня назад. Твоя остановка. Какая остановка? Вези меня назад, в ювелирную. Доедешь на автобусе. А это далеко от города? Да близко, близко. Да нет, я ничего не знаю. А там что, талоны? Не знаю. Вообще, у меня и денег нет. Совсем нет денег. И даже мелочи нет. Это что? Держи. Купишь сигареты и что-нибудь поесть. А где я? Вон там. Я же не знаю по-фински, я не умею. А ты пальцем покажешь. Ну, хорошо. Только вы не уезжайте, ладно? Я быстро. Я принесу сдачи. Я столько всего накупила. Да, не слабо. Даже неловко. На двоих. На, поешь. Держи. Я такая голодная. Спасибо. Слушай, а почему ты не снимешь чулок, а? Ты прям в нем как Джеймс Бонд в этом чулке. Английский шпион. Ну ничего, тебе идет. Слушай, а это американский чулок? Ты старый, некрасивый? Боишься? Боишься, что я тебя выдам? Да? Немножко. Не бойся. Я вообще сегодня уезжаю. Ну зачем мне тебя выдавать? Ну не бойся. Спасибо, ты меня успокоила. Слушай, а зачем ты грабишь? Тебе деньги нужны, да? Да, я влип как дурак. Попросили, сказали, одного надо прижать. Долг не отдает. Очень вкусно. Прекрасное вино. А я сразу поняла, что ты любитель. Ты знаешь, мне нисколечко не страшно. Ну, нисколечко. Правда, правда. Давай выпьем. Ты не пьешь?
Ты за рулем? Твое здоровье. А, ты смешная. Ну сними ты свой чулок. Ну сними. А мы здесь как туристы уже неделю. У нас такая смешная группа из Череповца. А я из Ленинграда. О, так ты из Питера? Угу. Я первый раз за границей. Слушай, а где в Питере живешь? На Гоголя, возле Исаакия. Знаешь? Знаю. У нас на работе была лотерея. Разыгрывали путевку, и я выиграла, представляешь? Никогда в жизни не выиграла в лотерею. А тут одна путевка на весь отдел. Я выиграла, такая удача. Да, тебе крупно повезло. Наши туристы не такие задерганные. Все время бегают по магазинам. А я хожу по городу и думаю, господи, мамочки мои, я за границей, я в Хельсинки. Что это? Да так, маскарад. Иди сюда. Ну что ты вертишься? Ты же сама пришел. Ну подумаешь, немножко. Странно, как это все произошло. Тебе не кажется? Я никогда не была на маскараде. Скажи, как тебя зовут? Томас. Шикарное имя. А тебя? Меня? Меня Ольга. Оля. Здесь так здорово. Это похоже на сон. Ага. Тебе хорошо? Да, очень. Он был сильма aina huomata. Тебе идет. Он aina heille antanut tällaiset pienet muistolaiset. Мне так нравится. Мне кажется, мы знакомы целую жизнь. Тебе не кажется? Кажется. Mikäli tunnistatte oheiselta videolta kidnappatun henkilön, pyydämme ottamaan yhteyttä lähimpään poliisiin. Toimittajamme haastatteli venäläisen turistiryhmän. Отлица группы советских туристов вынужден заявить категорический протест против похищения нашей гражданки Гущиной. И вообще убедительно просит всех честных людей Финляндии вернуть нашу туристку. Но все это скандал. Терроризм не пройдет. Китас. В гостиницу, побыстрее. Ну, а это? Твой отель? Не помню, красивый. Нет, точно нет. Ладно, поехали дальше. Нет, это не он. Там не было такой лестницы. Ну все, мы заблудились. Понимаешь, наш маленький, но очень уютный. А, знаю. Там всегда советские живут. Этот?
Да. Это он. Спасибо тебе за незабываемый вечер. Ну, я пошла. Прощай. Ei ole venäläisiä täällä enää. Ei ole ketään. Kaikki on mennyt pois jo. Menkää pois jo. Kaikki venäläiset pois. Ruskii vaksaa. Ruskii vaksaa. Mikä hätänä? Mitä? En ymmärrä. Puhunko sä englantia? Do you speak English? Do you speak English? Mulla on tässä... Tuula, hei, kuule. Mulla on täällä tämmönen vaikea tapaus. Mä en tiedä, mitä pitäisi. Passia heiltä. Hei, venäläistä passia heiltä. Ei, en ymmärrä. I don't understand. Sorry. Hei, kuule, Tuula. Mitä me nyt tehtäis? Se on varmaan junasta jäänyt. Jotakin tässä on nyt mählää tässä hommassa. Спасибо, спасибо. Kiitos. Oletko vielä siellä? Kuuluuko? Ei olekaan mitään ongelmaa enää. Se meni jo. Ой. О, слава богу. Как хорошо, что ты здесь. Ой, Томас, они уехали. Я теперь не возвращенка. Томас, миленький, ну придумай что-нибудь. У нас же коллективные визы, ты понимаешь? Покажи мне лицо. Я тебя очень прошу. Ну, сними маску. Пожалуйста. Я тебя не боюсь. Даже если ты очень страшный. Я бы тебя даже поцеловала, но ты же мне не доверяешь. Поезд. Ну, прощай. Больше мы с тобой не увидимся. Будешь в Питере, поклонись. Обязательно.
задерживайтесь! У нас плотный график! За мной! Скорее за мной! Не копайтесь! Выходите! Выходите! Вас люди ждут! Все собираются около меня! Давайте не задерживайтесь! Сюда! 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 Все сюда! Все сюда! Все ко мне! Так! Сюда! Я сделаю объявление! Так, как будто все в сборе! Так, встаньте гуснее! Товарищи, тише! Вы сами себя задерживаете! Товарищи, отойдите! Дайте сказать! Слушайте режим работы! Через 20 минут подойдет автобус. Мы с вами обязаны организованно погрузиться в него. Нас ждет увлекательное путешествие по революционным местам с посещением Авроры. А сейчас, товарищи, пройдем перекличку. Да пошла ты со своими сумками куда подальше. Ну? Извините. Добролюбов. Сташук. Мельник. Я. Чугаев. Я. Сифонова. Сафонова. Сафонова. Здесь. Все, идем к автобусам. Носильщик! Рита! Рита, моя коробка здесь? Она где-то там. Нахрена мне это, Аврора? До свидания. Тебя пригласить. Я давно не была дома. У тебя муж? Нет. Ну, просто я давно не была. Я не могу. Может? Нет, нет, нет. Спасибо. Я помогу. Нет, прости. Митенька. Клавдия Михайловна! Митенька! Митя! Митя! Ну что ж ты, Митенька? Ну куда ж ты забрался-то? Ну давай, 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 вылезай, Митенька. Где бабушка? Ушла в магазин, да? А ты решил искупаться. Да, хорошо. Клавдия Михайловна, это вы? Здравствуйте. Я. Ну что, приехала? Нашлялась там по своим заграницам-то. А у нас тут и жрать нечего. Молоко вот ребенку нельзя купить. Не знаешь, в какую очередь становиться, будь она неладна. Клавдия Михайловна, это вам подарок. Какой еще подарок? Ой, кофточка очень симпатичная. Так. Батюшка. Зачем же мне старушечью? Куда же ну мне что, такой? Клавдия Михайловна, это очень модно. Там все такие носят. Да вы примерьте, примерьте. Ну вот. Ой, солнышко мое, у меня для тебя сюрприз. Так, Митенька, вот это очень сложная игрушка. Мы как-нибудь с тобой сядем и разберем. Надо из разных кусочков собрать вот такую вот картину. Тебе нравится? Вроде ничего. Отлично. Батюшки. Это что за срам такой? Господи, прости. Это Рубенс, союз земли и воды. Да куда же нашему блаженному голую бабу? Клавдия Михайловна, она же богиня. Да ей богиню такую не нужно, раз она голая. Тут из ЖЭКа приходили. Сказали, ремонт будет, место общего пользования. С АТС звонили, сказали, телефон выключат за неуплату. Квитанций у нас никаких нет. И талоны, говорят, сейчас будут давать. Даже на молоко. Господи, что делать-то? Куда ты уходишь-то? Техника вызывали, бачок сломался. Он, по-моему, Митя в
фломастеры стер. Потолок протек, соседи снизу стучат. Все на мне. А у меня огород не перекопан, листья сжигать. Надо, все сожгу. Все, ты меня понимаешь? Митя! Лезь, Жорочка, не надо, не надо, не надо, Митя. Ольга Кирилловна, я смотрела в холодильник, вы ничего не съели. Я вам столько всего приготовила. Ну, что это такое? У меня пост, Риточка. Ольга Кирилловна, здесь платье, что я вас брала, все в целости и сохранности. Вот, здесь кольца и украшения. Спасибо, Ольга Кирилловна. Это было счастье. Ну-ка, встань тут. Покажи глаза. Влюбилась. Я вижу, влюбилась. Я все вижу. Что, красив? Да. Богат, умен. Да. Иностранец. Да. Случилось. А я вчера на ночь читала роман французский. И в нем описана история одной женщины, которая влюбилась в законченного негодяя. Какой ужас. Он был красив, богат, умен, много моложе ее. Окончилось все это ужасно. И тебе 11 лет. Да. И две тоненькие косички. Нет, у меня хвостик. Муся, открой. Нет, не могу. Папа запретил. Особенно черный ход. А где мама? Мамы нет. А когда придет? Она не придет. Она умерла. Клавдия Михайловна, я после работы пройдусь по магазину. Куплю картошки, сметану, может, еще чего-нибудь. Клавдия Михайловна, там для Митеньки гречневые каши. И не забудьте то лекарство. Ну, то красивое иностранное. Ольга! Ольга! Томас! Это мне очень нужно. Прошу. Все донесет, все твои вещи. Быстрее. Хорошо, только переоденусь. Спасибо. Он донесет все. Да нет, я привыкла. Я быстро. Чайку попьем. Матери все равно не дождешься. Шлендрает где-то. О, Господи, Митенька, да что ты сделал-то с ним? Чай пьете, да? А я не могу, у нас опять авария. Клавдия Михайловна, миленькая, они же мне от голода давали, а теперь требуют, чтобы я отработала. Голубушка, солнышко. Клавдия Михайловна, это последний раз. Зато они мне заплатят двойную премию. Голубушка, солнышко, у меня для вас подарочек есть. Я вам еще не давала. Подождите меня, я сейчас. Понятно. Вот, это вам
подарок, хотела на именины, но уж на именины что-нибудь другое. Томас, я только хочу спросить. Оля, в этой стране меня зовут Алёша. В этой стране меня зовут Рита. Нам сюда. Тебе здесь нравится? Извини. Маэстро, на свой вкус. Пойдем. Спасибо. Вы свободны. С ума сойти, как в сказке. Да, сказку. Угу. Я тебя ни о чем не спрашиваю. Но мне так хочется спросить. Спроси. Почему ты приехал? Как ты оказался здесь? Как тебя зовут на самом деле? Как ты попал туда? Откуда у тебя столько денег? Почему ты преследуешь меня? И что ты обо мне думаешь? Ты знаешь, я тоже хотел тебя о многом спросить. Кто ты? Как тебя зовут? Откуда ты взялась в моей жизни? И что будет дальше? Это тайна. Это тайна. Проснись, Маргарита. Давай, собирайся в дорогу. Ветры нам дуют в паруса. Похоронили.
Ну, еще разочек. Угу. Вот так. Дожили, наконец. Мите 20. Солидный возраст. Митенька, это тебе подарок. О, нравится? Ну, конечно, нравится. Ведь он у нас художник. Коля-то мой, твой отец. Тоже ведь первым художником был. В школе. Способности-то ведь передаются. Не только способности. Это еще, милая, нужно доказать. Ты в своем роду-то вот поищи, нет ли там кого с приветом. У нас-то никого не было. Алкоголики были. Чего? Алло? Да? Иди, женский голос. Алло? Джульетта, ты как день? Встань у окна, убей луну соседством. Да. Она и так от зависти больна, что ты ее затмила белизною. Слушай, хватай царское платье и бегом вниз, я тебя жду. Найн. Клавдия Михайловна, нет, что нет, вы? Нет, я пойду, я на электричку опоздаю, у меня делов полно. Клавдия Михайловна, я же должна отработать, я же вам говорила. Говорила? А ты им говорила, что у тебя ребенок больной? Они про это знают? Клавдия Михайловна, вот, мне отложено. За что же это мне? Ну, это же этот долг старый. Я так тронута. Спасибо. Свободно.
Боже. Боже. За границу. Да, пап. Да. А теперь я приехал. Да. Повидаться. Но тебя могут здесь поймать. Пойдем. Грозит трибунал. Ты кого-то убил. Да, возможно. Убил. Да, убил. Убил, потому что он стрелял в меня, ты понимаешь? Убил. Пусти. Ты знаешь, нам прислали цинковый гроб и не разрешили его открывать. И мать тебя хоронила, а я... Знаю. Ты должен пойти домой. Вот, спрячься. Нет, мне нельзя туда. Я там наследил. Я еще побуду здесь немного, потом уеду. Но это твой дом. Что это? Деньги. Это мои деньги. Марки, их можно обменять. Марки? Нам ничего не надо. У нас все есть. Это не тебе. Это Мусе. Ты знаешь, наша мать похоронена возле деда. А я где? Там же. Эй, Леха, ты что, меня не узнаешь? Эй, подожди, красавчик. Я сейчас выйду. Но это же я, Левка Мельтон с нижнего этажа. Ты что, живой, что ли? Sorry, я тебя хоронил. I don't understand you. Sorry, I don't speak Russian. Hey, ты что, со мной по-английски болтаешь? Ну ты дай. Please, center. У меня же стоит! Sorry. За углом тачка! Иди сюда! Sorry. Fuck off! Да какой факт? Какой факт? Я же сосед твой с нижнего этажа! Ой! Нет, ко мне нельзя, я не одета, ко мне нельзя! Нет, ко мне нельзя! Пусти! Нет! Пусти! Что? Я буду у тебя жить. Что с тобой? Я буду у тебя жить. Долго? До конца. До самой смерти. Разве ты этого не хочешь? Хочу. Очень хочу. Когда ты вернешься? Я никуда не поеду. Я останусь с тобой. Я хочу. Я все время хочу тебя. Я хочу тебя, Рита. Мне надо укрыться. У тебя. От кого? Меня ищут. Но ты же в другой стране. Кому ты здесь нужен? Это правда. Рита. Но я не могу. У меня митинг. Кто это Митенька?
Это сын, я тебе ничего о нем не говорила, потому что ты не спрашивала. Но он безвредный, потому что больной. Еще свекровь. Она уехала на дачу, у нее огород, вот. Соседи есть? По лестнице? Конечно, но я их почти не знаю. А почему у тебя решетки на окнах? Из безопасности. Да все вы тут из безопасности. Кроме вас никого? Ну, я же сказала. Это Митенька. Познакомься. Молчать умеешь. Пожми ему руку, Митенька. Это очень хороший человек, Алёша. Неразговорчивый. Выпить есть? Я посмотрю. Извини, все, что осталось. Ты должна сходить с этой запиской по этому адресу. Мне там появляться нельзя. О, мадам, и куда же мы идем? Я в шестую квартиру. Mm-hmm. Да. А часы? Пойдем. Скажите, Хромов Максим Григорьевич здесь живет? Вы из больницы? Нет, но он мне очень нужен. Проходите. Спасибо. Гущин Дмитрий Николаевич. Теперь мы братья. Это ты. А это я. Вот так. Да что же вы тут как в тюрьме живете, а ну-ка? Да сорви ты эту решетку, слышишь? И уходи отсюда, парень. Слышишь? Уходи. Он сказал, я не пойду в армию, меня там убьют. Дай справку, что я больной. Он с детства был уверен, что лучше всех. Что ему все можно. Танцор, премьер. Дед и мать его слишком любили. Когда пришла похоронка, не перенесли. А я полюбил его, когда его не стало. Как мертвеца, понимаете? Я знаю, что такое мертвец. Сейчас, если кто-то донесет, его убьют навсегда. Это страшно. Что-то стоящее. Уйди! Слушай, уйди от меня! Кажется, это то, что нужно. Понял. Да не валяй же дурака! Это серьезно, пойми ты. Я не хочу понимать! Я останусь здесь. Ты слышишь меня? Это мой дом, и я буду делать здесь, что хочу. И пошли вы все отсюда. Это мой ребенок. А это моя жена. Знакомься, она мировая баба. Она гениально трахается!
Это твоя дебильная жизнь? Какая мерзость! Да ты... Ты ничтожество! Я тебя убью! Стой! Дура! Стой! Стой, дрянь! Отойди от меня! Выпустите меня отсюда! Прекрати! Не смей, говорю! Это ты! Ты! Ты убил меня! Ты убил! Не думал, ты что убил меня давно! Ты погубил! Ты... Мать! Пусти меня! Ты... Отойди! Подонок! Подонок! Ты ненавидишь всех! Убийца! Ничтожный! Убийца! Убийца! Боже! Что с ним? Наглотался чего-то. Это Митина лекарство. Только по одной таблетке. Должно снять агрессию. Ну, делайте это же что-нибудь. Сильный наркотик. Может, врача? А я кто? И вызывать скорую нельзя. Что делать? Что делать? Что делать? А мы вызовем на имя Мити, они же почти одногодки. Отпустите меня. Простите, здесь. Скажите, это надолго? Скажите, что с ним будет? А кто его знает? Ну, я вас очень прошу. Ну, сейчас пойду посмотрю. Вот видите, я опять его предал. Зачем вы с ним так? Я не знала. Они там, в Афгане, без наркотика ни шагу. Иначе трудно убивать, калечить, идти на смерть. Многие из них сдаются специально в плен, потому что там наркотики. Там, в плену, понимаете? А как это все пережить? Все в порядке. Его промыли, через пару дней заберете. Это вам. Спасибо. Что-то он не похож на себя. Ну и фотографии делают. Возьмите, он больше не нужен. В больницу? Да. Конечно. Хотите вместе? Очень хочу. Тогда до завтра. Это уже сегодня. Правильно. Сегодня. Митя. Митя.
Ну где же ты, Митя? Сыночек, я сейчас подойду. Митя, это я, мама. Как ты это хорошо придумал? Тебе здесь нравится? Здесь очень красиво. А сейчас мы пойдем домой, хорошо? И посмотрим на все из окна. И нарисуем. Не бойся. Сейчас мама придет. Ой, Митя, какая же мама неловкая. Ничего, сейчас, еще немножечко, еще вот так. О, тихо, тихонечко. Смотри, какой Саки, как шапка золотая. И крестик наверху. И мы с тобой, как две птицы. Да, Митенька, как две птицы, только лететь нам некуда. Куда ж мы полетим? И крыльев у нас нет. Вот сейчас и помолимся Богу. И пойдем домой. Пойдем домой. Царю небесный, утешитель в душе истины, живи здесь вся сы, вся исполняй. Сокровища благих и жизни подателя, приди и вселися в мы, и очисти мы от всяких скверны, и спаси Бога. Можете забрать его завтра. Выписка в 2 после обеда. Это ваш сын? Мой. Мой. Наш. Забирать будете под расписку. Спасибо. Спасибо. Смотри, Митенька,
здесь красиво. Сейчас придем к бабушке, она нам пирожков испечет. А это мы, бабушка. Мы вам столько всего привезли. И сгущенку, и тушенку, и семечки ваши любимые жареные. Ага. Опять куда-то ехать надо. Как ехать надо, так и подарочки, и денежки, и семечки. А как никуда не надо, так ни того, ни другого, внучек мой. Митенька, солнышко родной, миленький, родной мой. Наконец-то я заждалась. Как ты сказала, его зовут? Впрочем, это не важно. Мы, актеры, должны быть проницательны. Я знаю, что это он. Красив, богат, умен. Рита, ты не могла бы нас оставить? Ольга Кирилловна, я все равно о нем все знаю. Неправда. Ты многого не знаешь. А я разгадала всю его жизнь. По картам? Нет, по лицу. У вас страшное прошлое. Следы страстей. От этого, к счастью, не умирают. Ты убил ради свободы. Он останется всего на 3 дня. А потом уедет. За ним следят. Я тоже буду за ним следить. И никому, никому не отдам. А вы уже все сказали друг другу. Все, все. Нет, не все. Найди мне жилье. Я боюсь за тебя. Мне сейчас брошут! Я сам брошусь. Да толку-то? Стоило из-за этого возвращаться. Ты куда пошла? Прощай. Ищи мне хату, иначе крышка. И чтобы отцу ни слова, поняла? Ты забудешь ее, эту войну. Надо научиться забывать. Посмотри туда. Что делает время? Пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-парам. От имени нашего морга поздравляем. Неужели никто не припас бутылочку? Никаноровна, не томи! Давай, не давай, томи, давай, Никаноровна! Никаноровна, подумайте. Слишком много, уберите половину. Мы встретились там совершенно случайно. Теперь даже не верится. И все-таки есть судьба. Видите, какая я везучая. Я только теперь понял, как одиноко жил. Ну, пойдем. А чего же это мы так боялись?
секрет. Видеть сны? Нет. Детские сны. Ой, знаешь, это так весело. Вот ты представь себе, что ты маленький светлячок. Лицо темно, страшно. А у тебя в руках маленький фонарик. Ты в прекрасном бальном платье. И эльф ведет тебя за руку. И вокруг все становится светло и чисто. Покажите мне быстро. Я из управления городского хозяйства. Да? Есть решение в вашем доме построить гостиницу. А вам дадут отдельный квартир. Это очень хорошо. Проходите сюда. Да, но решение еще не принято. А когда нас переселят? Это уже не мы решим. Да когда ж нас выселят? Сообщим дополнительно. Да. Всего доброго. Дай вам Бог здоровья! Машенька, квартиру получим! Папа, что здесь за шум? Да нет здесь никакого шума. Вечно ты все... Иди домой! Митя.
Митенька. Митя. Господи. Как же он дверь-то открыл, Господи. Раньше можно было добраться вон туда, до самой верхней часовенки. Я мальчишкой после войны туда лазил. Оттуда Финляндия видна. А сейчас закрыли, говорят, ремонт будет. Ой, мальчика моего не Какого видели? Мальчика? Да мальчика. Какой же он мальчик? Ну, Митя мой! Ой, ушел, ушел. Ой, ой. Митя пропал. Да что же это? Скажите, вы не видели мальчика в желтой курточке? Извините. Стой! Стойте! Да стойте, я говорю! Это я во всем виновата. Это все я. Почему же Митя? За что же Митенька? Он ни в чем не виноват. Это все мне. Это все мне, Господи. Пусть только мне, Господи. Он ни в чем не виноват, Господи. Пусть только мне. Самоубийца. Кто? Да вон, забрался один на самый купол. Рыжее пятно видишь? Где? Да вон, на кресте. Видать, бросаться решил. Оттуда лететь красиво. Как? Как бросаться? Скажите, пожалуйста, кто там? Не знаю. Я вас умоляю, дайте мне посмотреть. У меня пропал ребенок, он ушел из дома. Боже мой, это Митя. Что же делать? Митя! Митя!
Максим, он забрался на самый верх Исааки, он разобьется. У него мания, он лезет все время выше и выше. Я? Что? Я? Где я? Я в этом. Я в отделении милиции на Исаакиевской. Максим! Максим, он разобьется! Спасибо. Смейте его. Только держи теперь пацана покрепче, понял? Пойдешь пешком. Я знаю, как герой, любовник, просто вылитый Барримор. Я сделала, что могла. Спасибо. Когда ты был маленьким, мы пошли в лес с тобой, по грибы. И ты нашел ежика. Колючий такой ежик. Тогда ты еще умел говорить, и ты спросил меня. А где же яблоко? Скажи.
скажи, мама, яблоко есть у него? А где же яблоко? Все, как договорились. Быстрее. Грета, тихо. Как сказать, все уделся. Лёшенька! Сестрёнка! Лёша, я знала, что это был ты. Я знала. Кукушонок ты мой. Ты же ничего не помнишь. Столько лет прошло. Я всё помню. Мне было 5 лет. Я хорошо всё помню. Малыш мой. Я помню, как ты уходил. Ну? И мама очень плакала. Не говори ничего. И папа тоже плакал. Только ночью, чтобы никто не слышал. А я слышала. Тут все твое. Я ничего не трогала. Посмотри. А где мамина фотография? А я ее на стол положила. Я с ней уроки делаю. А это у вас откуда? Это тетя оставила. Ее папа лечил. Как лечил? Я не знаю. Он так сказал. Я тебя вылечу, Рита. Рита? Не помню. Я не слышала. Я спала. Она здесь всю ночь была. Ah!
Александр Маркелович? Да, это я. Подайте машину к подъезду. Отпразднуем спасение Мити. Уходи. Ребенок устал и должен спать, я тоже устала. Уходи, я тебя очень прошу, ну иди, иди. Я хочу быть одна, совсем одна. Это понятно? На что ты мне сдался? Я просто хотела выбить его тобой. Его тобой. Это понятно? Оставьте меня. У меня есть мой ребенок. И больше мне никто не нужен. Ну зачем ты встал? Ты устал. Ты устал. Ложись. Митя, я прошу тебя. Мне надо видеть его. Exigibulment er perennis regaliquisitum pyramidantius. Гораций, памятник. Великолепно. Et fuga temporum. Простите, увлекся. Ну уж сегодня мы с вами покатаемся. Максим! Максим, подожди! Максимушка, солнышко, ну не надо обижаться. Ну посмотри на меня, очень прошу. Ну хоть немного. Улыбнись, улыбнись, ну хоть чуть-чуть. Пожалуйста, Максимушка, я тебе все объясню. Вот так, вот так, вот так хорошо. Умница. Ну не будь таким упрямым. Ну пойдем со мной, я тебе все расскажу. Я тебе все объясню, ты должен знать правду. Ты должен меня понять. Ты знаешь, почему у меня Митя такой? Я тебе все объясню. От нелюбви все это, Максим. Я же мужа не любила. От нелюбви все это. Вика, Вика, что с тобой? Зачем ты меня закрываешь? Рита! Куда ты? Я Галюш! Ключи.
Нет, нельзя. Едем. Как куда? К Финляндии, побыстрее. К Финляндии? Ну, скажи мне что-нибудь. Ну, что-нибудь. Скажи. Ма-ма. Куда нам бежать? Все равно. Вдвоем не выбраться. Еще не поздно. Круг замкнулся. Нет, еще не поздно. Рита, это замкнутый круг. Все равно. И ты готова на все. Внимание, внимание! В поезде находится опасный преступник. Дежурный милиционер, пройдите к головному вагону. Будьте осторожны, внимание! Беги! Беги! Я тебя не брошу, ни за что! Времени. Уходи. Ты пройдешь, я верю, ты пройдешь. Я знаю, ты спасешься. А я буду молиться за тебя. Уходи.
чувствую, он должен быть где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь. Да, возможно. О, Боже. Митя ушел. Прячься, прячься. Свернешь направо. Там за поворотом уже граница. Рита! Заливу, мать твою! Быстрее. Алексей, тебе надо бежать. Тебе надо бежать. Надо. Спасайся, беги. Ты сумеешь прорваться. Мой отец в 17-м ушел в Финляндию по льду. Беги, спасайся. Осталось совсем немного перейти через залив. Стой! Вот он, засранец. Падла, давай кончай. Сыночек.